Всем привет, меня зовут Тимур Джумабаев. Сегодня мы оказались вновь в торгово-развлекательном центре Аларча. Здесь у нас находится глобус, куда мы идем на закуп. Добро пожаловать! Итак, друзья, я готов вам рассказать о человеке, который сегодня у нас будет в гостях. Это прекрасная девушка, которая уже, по-моему, всю жизнь занимается хореографией и все, что около этого. Так вот, ее зовут Ольга, и она сегодня будет готовить интереснейшее блюдо. Название она не написала, поэтому узнаем его в студии. А вот набор продуктов. Итак, говядина 500 граммов, ананас, одна банка кольцами, консервированная цветная капуста, чеснок, яйцо, укроп, лимон, лист салата, помидорки черри для украшения. И есть у нас несколько продуктов, которые есть уже в студии. Это масло подсолнечное, соевый соус и мука. Все, я предлагаю нам приступить к закупу. А к концу, ближе нашего закупа, я расскажу вам кое-что интересное о мобильном приложении от Globus. Так, укроп, как всегда, свежая красивенькая зелень, чеснок. Я думаю, что нам вполне хватит двух. Смотрите, какой выбор. Еще и разного размера. Все отлично. Так, лимон, лист салата. Где у нас лист салата? Ага, нашел. И лимон вот здесь. Давайте два возьмем на всякий случай, чтобы было. Угу. Так, мы нашли хорошенькие помидорки, смотрите. Красота. Их мы и возьмем. Так, ну какое сегодня яйцо мы возьмем? Давайте что-нибудь по акции возьмем. Есть у нас тут акции какие-нибудь на яйца? Акция есть, яйцо перепелиное, к сожалению. Нам перепелиные не нужны сегодня. Ладно, давайте тогда возьмем, ну, вот такое. Окей, этим мы разобрались. Вырезка говяжья. Здравствуйте. Да, нам нужна вырезка говяжья, полкило. Какой помягче будет? Yeah. Давайте. Спасибо. Благодарю. Как всегда, проходя мимо вкусных каких-то рядов, у нас в нашей съемочной группе возникает желание чего-нибудь доприобрести. Так вот, сегодня мы наткнулись на классные снеки. Это снеки из Кореи, из Южной Кореи. В общем, у них 5 видов, как я понимаю, да? Здесь сладенькие, здесь креветочные, острые, не острые, и кольца луковые. Сегодня мы возьмем вот такие вот, не острые. Да, все же устраивает? Да? Да? Отлично, все. Супер! Вкусно! И этот я точно знаю, что вкусно. Так, у нас остались только ананасы, друзья. Давайте будем брать. Я здесь обнаружил еще кое-что. Смотрите, я кругаля даю. Отличного качества кольца. Да, минус 30 сом. Великолепно! О! Мы уже с вами на кассе, будем выгружаться. А я пока вам расскажу о мобильном приложении. Раньше, если вы помните, это были бонусы, которые использовать можно. Сейчас это то же самое, но плюс добавилась еще функция добавить день рождения свой, своих детей, в общем, своей жены, родственников, можно всех свою карту добавить и получать много бонусов и призов в подарках. Также есть доступ к специальным акциям и скидкам, есть доступ к получению специальных призов, ну и, конечно же, друзья, еще самый главный бонус и плюс – это использование самого мобильного приложения. Оно всегда рядышком, и мы его всегда используем. Здравствуйте. Нам можно считать, и мы используем мобильное приложение. Угу. Да, спасибо вам большое. Друзья, обязательно еще придем. Целый огромный пакет покупок
и мы отправляемся в нашу студию готовить что-то невообразимо вкусное. Вперед из песни. Генеральный партнер программы – чипсы креветочные. Спрашивайте во всех магазинах страны. И снова здравствуйте, друзья. Мы оказались в нашей теплой, уютной студии, где уже меня ждут гости. Профессиональный шеф-повар, 10 лет на кухне, шеф-повар отеля Royal Beach Руслан Канатов. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. 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 Руководитель танцевальной группы Trinity, арт-балет «Шок», участник шоу «Танцы на ТНТ», мама, жена, великолепная, солнечная, лучезарная, улыбчивая. В общем, прекрасная Ольга Кузнецова. Здравствуйте. Привет. Здрасте. Все, друзья, я представил вас, мы готовы приступить. Оля у нас выбрала набор продуктов. Руслан, вы готовы его? Готов. Давайте. Та-дам. Та-дам. Погнали. И аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Да, все предельно просто. У нас здесь есть лимон, чеснок, помидорчики. Это говядина, вырезка, это яйцо, это цветная капуста, соль, перец. Еще из обязательных ингредиентов у нас соевый соус. Да? Соевый соус, мука, она где-то у нас здесь тоже есть, мука, ананас, что еще, Ольга? Зелень. И зелень. Зелень, листья салата, укроп. Все понятно. Все, Руслан, оставляю вас наедине с вашими мыслями. Из каких-то дополнительных ингредиентов можете у меня спрашивать, но самое главное, если вы хотите победить, использовать все, что было озвучено. Все понял. Отлично. Ольга, да. Рассказывайте, что будете готовить вы? Мы приготовим с вами мясо говядины. Мы его отобьем вместе с ананасом, запечем в духовочке. Вот. И приготовим с вами цветную капусту в кляре. Достаточно легко, просто, так как я мама, мне нужно это все быстро и вкусно делать. Да, поэтому отлично. Будем стараться делать быстро. Давайте я предлагаю нам уже ставить вариться цветную капусту. Да, она... все верно. Ее можно подсолить. Солите. Пожалуйста. Так. Ольга. Аешки. Все, давайте технологический процесс нам расскажите. Давайте. Значит, смотрите, взяли капусту, разделили ее на соцветия. Буквально минуты 3-4 она покипит, вилочкой проверим, она должна, главное, не перевариться. Это очень важно. Да, и сразу вытаскиваем, все верно. Отлично. Что дальше с остальным, что мы делаем? Мясо сейчас мы порежем, отобьем, потом немножко замаринуем в своем соусе вместе с маслом. Я хочу обратить ваше внимание, Руслан уже, смотрите, что-то там шинкует, что-то там делает. Окей. Он молодец. Окей. Да, он молодец, это я умею болтать. Я буду разговаривать, что он там будет нам готовить. Руслан, рассказывайте. Конечно, продукты... не скользкие. Не скользкие. Но тем не менее, из них тоже можно много чего приготовить. Я хочу приготовить сегодня мясо по-тайски, получается, будет у нас идти. Брокколи мы хотим порезать на слайсы и обжарить на... дать им колер, обжарить на этом воке, короче, ой, на гриле. Вот, и сделать летний такой небольшой салатик, украсить все декором. Ольга, пока у нас идет все приготовление, давайте поговорим о вас. Да, вы у нас хореограф. Да, как это звучит громко. Да, есть такое. И серьезно. Что такое хореограф, рассказывай. Можно бить и рассказывать, говорить. Рассказывайте, что такое хореограф? Так, хореограф – это человек, который танцует, умеет танцевать и умеет обучать людей хореографии. Да, я как-то... Давайте, давайте, за предложение. Окей. Это как хореограф, вы нежно отбиваете мясо. Я боюсь, что это разлетится по всей кухне, поэтому делаю это более нежно. А вы дома как отбиваете? Не так? Муж отбивает? Как вариант, а потом приходят соседи жалуются, да? Что слишком шумно. Так, сейчас. Вот здесь не отбилось. Сейчас, 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 я с двух сторон это сделаю дело. Сейчас, не буду отвлекать. Сейчас. Руслан, вы отбивать не будете? Нет, я просто замариную мясо. Сейчас подготовлю. Чем будете мариновать? Одно яйцо. Да, да, вот пойдем. Одно яйцо, соевый соус, вы говорили, у вас кунжутное масло. Кунжутное масло у нас есть. Да, да, вот, есть, давайте. Слушайте, у нас прям, ну, вот, держите, вот здесь. Отлично, смотри, супер, давайте. Супер. Кунжутное масло, это вот оно, по-моему, да? Сейчас проверю. Да, это оно. Продукты питания Южной Кореи. В общем, высококлассный продукт. Его можно использовать на профессиональной кухне. Его, кстати, наши повара и используют. Заметили, да, какой да. там аромат? Классный. Дальше мне нужно будет соевый соус. Соевый соус? Да. Все оттуда же. Крахмал есть? Крахмал вам еще надо? О-хо-хо!
Ну давайте будем искать крахмал, будем смотреть, что у нас тут есть. Есть кукурузный крахмал. Отлично. Не забывайте, что вы должны использовать все, что заявлено тоже. Да, да, конечно. Да, конечно. Еще что еще? Пока все. Так, яйцо, соевый соус, кунжутное масло и крахмал. Это да. Я так думаю, мы создаем соус, да? Это, такой, ну, это маринад. Маринад. Да. Ох, как круто. Ольга, вы отбили? Да, извиняюсь. Нормальная кухня. Так, хорошо. Хореограф – человек, который умеет отбивать мясо и танцевать танцы. Да, все верно. Замечательно. Сколько лет вы на этом поприще? Много. Ну, сколько? Очень много. 10? 15? В общем, я занимаюсь танцами с 3 лет. Ничего себе. Это она сейчас делает такую отводочку и не хочет открывать свой возраст. Да. На самом деле-то мы понимаем, что не больше 15. Ладно. Больше. Немного больше 15. Немного, да. Хорошо. Как вы к этому пришли, что вот все, я теперь профессионал? 3 года вы куда пошли? Чем занимались? В студию, в танцевальную студию. Просто мама заметила, что я везде танцую, стоя, сидя, лежа, как бы. Ага. Вот. И мама понимает, что как бы нужно куда-то дочь отдавать, и что ей больше всего нравится. Она понравилась мне непосредственно, ну, то, что я хочу танцевать, любить, кстати, да, спасибо. Мне нужна вилка. Сейчас, заболталась. Как всегда. Да, есть такое. Не, нормально, все пускай варится. Ага, вот. Отдала на танцы. И все, просто со временем танцы переросли в хобби, переросло в работу. Что вот прям суперски. Да, да. Вы у нас руководитель, владыка. Владыка. Да, двух коллективов. Соевый мажный соус, пожалуйста. Тринити и арт-балетшок. Да, все верно, руководитель. Отлично. Давайте расскажите мне, вот как человек, который не сведущ абсолютно в этом, но у меня когда-то возникала мысль, а может быть танцевальный коллектив, что нужно? Что нужно? Да. Желание людей, обязательно, конечно же, как без людей. Вот. Что а нужно? Умение танцевать нужно? В смысле танцевать? Ну, я вот хочу открыть свой коллектив танцевальный. Я должен уметь танцевать? Если, допустим, вы не умеете танцевать, вам в любом случае нужно нанять хореографа, который, да, вам поставит это все для вашей танцевальной команды, как минимум. Отлично. Все понятно? Так, мы здесь смешали оливковое масло и соевый соус. Да, все это верно. Маринад. Да, все верно. Куда мы это будем все отправлять? Сейчас просто мясо. Поливать мяско? Нет, наоборот, туда мясо положим, минут 5. Хватит вам этой чашки? Да, конечно. Отлично. Я думаю, что должно. Мы замариновали мясо, подготовили цветную капусту. Сейчас будем ее тоже после Оли варить. Дальше здесь слегка, буквально минуты полторы хватит. Они очень мелкие и как бы, чтобы не переварились. Да? Вы шеф-повар с 10-летним опытом. Да. Как вы попали на кухню? Ну, талант, наверное, призвание. Это сильно! 36 передач мы уже сняли и всего парочка человек сказали талант. Все, это круто. Это самое главное, признавать себе талантливого человека. Это круто. Да. Хорошо, в чем выражается ваш талант? В обучении я еще что-то новое всегда хочу что-то приготовить с душой. Красиво, вкусно стараюсь готовить. Ну, как бы. Люди ценят? Да. Вокруг. Да. Нравится им? Конечно. По заслугам? Да. Вам нравится тот результат? Я рад видеть людей, которые, когда покушают, ну, сидят, видят, как тюлени, да? И радуются. Почти. Ой, боже, спасибо. Мы еще придем, да. Да? Да, конечно. Отлично. И все-таки, как вы попали на кухню? С детства люблю готовить, заниматься выпечкой. Я повар-кулинар. Готовлю торты, готовлю пироги, то есть больше с тестом вожусь. Потом дальше уже, дальше больше как бы получается так, что мне нравится готовить. Я не чувствую от этого усталость. Я, если даже на работе не готовлю, я готовлю дома. Супер. У вас жена есть? Да, конечно. Да? Она радуется, когда вы готовите? Конечно. Вы с ней за это деньги берете? Нет. Нет? Мало ли, вдруг профессиональная. Хорошо. И все-таки, как вы попали на кухню? Обучались вы, вас привели туда, вас заставили. Нет, я окончил техникум кулинарный, прошел потом сразу. Где этот техникум? У нас в Чопалате. В Чопалате. Да. Угу. Да, прошел техникум. Потом приехал в Бишкек в 16-летнем возрасте, получается. Я прошел практику сразу в этом Аккеме. Раньше Пинара называлась. Да, да, да. Да. Знаю, и такое. С тех пор вот мне с 16-летнего возраста приучили вкус к еде, как нужно выглядеть. Это дало мне как бы взгляд на кухню. Если бы я прошел после окончания
техникума в какой-нибудь столовой или там, да, допустим, кафе, я бы, да, у меня был бы другой взгляд, я бы готовил банальное блюдо. А так мне нравится творить, показывать, супер, чему-то новому обучаться. То есть дальше больше, да? Все, все, да, да, конечно. Ну, шефом просто так не становится, и тоже надо дойти определенного знания, угу, определенный авторитет заработать. Чтобы... Сколько у вас подчинений человек? Летом побольше, зимой поменьше. Ну, зимой не сезон. Да. Зимой вообще, по-моему, на Исколе никого нет. У меня, согласен, такое ощущение. Да. Летом сколько? Ну, около 30 человек. Генеральный партнер программы «Чипсы креветочные». Спрашивайте во всех магазинах страны. Ну что, мы вновь в студии, мы продолжаем. У нас здесь небольшие изменения и большие приготовления к большому... О, как это звучит сильно-то, слушайте, к шикарному нашему обеду, где нас будут удивлять наши гости. Так вот, давайте я вам расскажу по порядку, что у нас здесь происходило. Руслан здесь уже мясо после... того, как замариновал, уже все приготовил. Здесь нашинкованы овощи, цветная капуста у нас уже сварена. Бланширована. Бланширована, давайте это так называть. Здесь мелко у нас порубленная зелень, зерна горчицы. Дижонская, да. Какая? Дижонская. Дижонская? Дижонская. Дижонская, да. Понятно. Это не оттуда, да, не из той области. Не-не. И у нас в холодильнике была эта горчица и майонез. Мы поделились, Руслан нам решил сделать какой-то соус, да? Да. Да? Все. Здесь он еще будет делать специальный какой-то нам вкуснючий... Закусон. Закусон, давайте это так называем, пускай так будет, ладно. Исыкульский. Исыкульский закусон, да. Здесь это яйца и... Справой смешанные. Понимаете, как хотите. Все, Ольга. Да. Что у вас? Почти все готово. Да, Ольга у нас уже жарит капусту в кляре. Она все свое мясо замариновала, сделала все красиво, вкусно. И вовнутрь, вот эти вот пластики, она завернула ананас, который даст нам вот этот... вкуснотинку. Да. Научи, мы готовы, пожалуйста, отправлять? Да, все верно. Нужно на 15-20 минут. 15-20 минут. Да, на 15-20 минут 200 градусов. Так, спасибо. Руслан, здесь сахар. Да. Пусть растапливается. Да, на, сейчас в конце добавим немножко меда. И? И заколируем ананасы. Вы любите колировать? А как же? Все колируете. И то заколировать, и это заколировать. Вы еще капусту цветную хотели колировать. Да, да, да. Вы мне обещали рассказать в сезон, угу, что там люди любят, что там люди кушают и что предпочитают. Давайте так. Да, конечно. Летом у нас, это сезон лета, Исыкуль, люди кушают обычно шашлыки. Так как люди приезжают с семьями, кушают пиццу, заказывают большинство, бургеры, гамбургеры и так далее. То есть они как бы кушают такое в основном. А так, по идее, мы готовим, обычно больше зелень добавляем. У нас практикуется итальянская кухня, европейская кухня практикуется, здоровое питание, дети, вегетарианское питание готовим. Поэтому, да, у нас на любой вкус можно посидеть, отдохнуть. Отлично, хорошо. Давайте тогда вы теперь, как шеф-повар, человек, который находится, ну, прям на передовой нашего озера, да, нашей жемчужины, да, скажите, рекомендации ваши по питанию на Исыкуле? Ну, они же в любом случае есть. Да, не есть, не есть побольше жирного, ничего такого запеченного. Желательно кушать побольше овощей, пить фреши, соки, наслаждаться озером, природой. Вот, не злоупотреблять спиртными напитками, всем жареным и так далее. Потому что напомнить то, что печень-то одна, почки одни. Надо их беречь, какой бы отдых ни был. И все будет в кайф тогда. Давайте расскажите мне,
историю. Мы с вами никак не затронули ваши тенты. Мы подали заявку для начала. Да. У меня есть подруга, ее зовут Бертольд Елена. Она очень-очень крутой танцовщик, и плюс она еще занимается профессиональным пул-дэнсом. Вот, и я ей предложила, говорю, Лен, давай поедем, вот ради любопытства. На куда? Я говорю, я в Питере не была. Говорю, давай не в Москву, а в Питер на кастинг. Давай. Как бы объединим полезное с приятным, да? Нам говорят, приезжайте, мы вас ждем. Ну, приехали. Мало того, что туда приехать, мы простояли там в итоге в огромнейшей очереди, но это все ерунда. Там в основном говорили «да» ребятам в первый день, в первой половине дня. Мы там были очень офигенно далеким номером, ближе к 12 ночи. Ну, то есть к 8 мы пришли, да. По сути, нам уже ни да, ни нет, там, ничего не говорили. Жюри. Что хотите, да, вообще? Да, да. Нет, было классно на самом деле, было очень интересно. Это огромный опыт для нас в первую очередь. Вот. Чем все это понравилось? Огромное количество знакомств, огромное количество танцовщиков вообще с разных стран, с разных городов. Угу. Это очень весело, такая своеобразная тусовка, как у КВНщиков, наверное, в Сочи, вот в таком духе, да. Вот. Там уже смотрели на типажность. То есть ближе к вечеру смотрят на типажность, какая у тебя внешность, что ты танцуешь. Плюс они подбирают, естественно, по направлениям. Им нужны были, вот, допустим, хип-хоп они набрали определенное количество ребят. Естественно, они уже хип-хоп вообще не рассматривают. Даже если ты очень крутой, тебя не возьмут, потому что они уже сделали все до набор. У них на сегодня закрыто все. Теперь рассказывайте, какие у вас перспективы, куда вы идете, чего вы хотите. Ой, я сейчас реализовываю себя как мама больше. Вот. Мне интересно это в первую очередь. Потом мне интересно развивать именно свой шоу-балет, свою танцевальную команду, потому что все девочки мне безумно близки, мне все это так нравится, и вообще кайфую от всего процесса, от этого. У вас есть декрет или нет? У меня, ну, чуть-чуть. Полудекрет, да? Да. По сути, ну, я поехала рожать практически с выступления, да. А между схватками принимала звонки от клиента. Да, это я. Серьезно? Да-да-да. Серьезная заявочка. Сына потом как будете рассказывать? Как есть? Да, я сейчас рожаю, но я приможу за это. Да, как-то так это и было. Мне говорят, а вы можете сейчас встретиться? Говорю, я извиняюсь, я сегодня в роддоме, но вот сегодня четверг, в понедельник, я думаю, если все хорошо, если нас выпишут, я приду. И в понедельник у меня была уже встреча. Серьезная мать. Хорошо. Руслан, что вы делаете? У меня остались куриные яйца, я хочу сделать вам закуску легкую. Вот это с тем пирим сейчас? Да, да, совершенно верно. Классика жанра, но вкусная. Только здесь чеснока нет, да, или есть? Есть чеснок, есть цветная капуста. Ох, это вообще красота. Да, дижонская горчица и зелень. Руслан, давайте еще одну от вас историю послушаем. Однажды к нам приехала делегация индусов. Вот, индусы приехали, ну так, спонтанно тоже. Нас предупредили где-то за полчаса, что они к нам едут. И так далее. Мы пока готовили, но забыли, что они индусы, у них коровы – это святое блюдо. А у нас говядина, большинство было. У нас на ужин шел плов с говядиной, со всеми делами. И когда уже потом, ну, поняли, что это индусы, они это есть не будут. И мы экстренно им сделали, получается, ну, плов подготовили и пожарили им рыбу, рядом положили. То есть получилась жареная рыба с пловом подача. И соус карри сделали. То есть, ну, что-то похоже на индийскую кухню получилось. И они, ну, были довольны? Они попробовали, говорят, о, супер, то, как мы рис кушаем без морковки, говорит, без ничего. А то, что оно было с бульоном со вкусом говядины, они это не поняли. Благо, мы там постарались. Грешники теперь эти индусы, которые поболели у вас. По-другому никак. Так, что нужно? Салат. Да. Мы уже встретимся с вами на подаче, попробуем, что вы приготовили, и будем сегодня показывать, кто из вас победил. Ну, я прошу вас постараться, потому что у нас есть сегодня классный приз. Круто. Да, это продукты питания из Южной Кореи. Продаются все эти вкусности в магазине кимчи. В общем, вот такая корзина сегодня достанется победителю. А победителю с конца у нас достанется сертификат на определенную сумму тоже для закупа в этом же магазине.
господа и дамы участники, я предлагаю нам сегодня попробовать, что вы приготовили. А Руслан использовал все продукты, которые были заявлены. Все, он даже молодец. Чуть-чуть сверху больше использовал. Он молодец. Все, поэтому критерий он проходит. По подаче великолепно и здесь, супер. Мне очень нравится, все красиво. Поэтому я предлагаю уже дегустировать и пробовать, что у нас получилось. Да? Меняемся местами. Я вас очень хочу попросить, друзья мои, давайте будем с вами говорить правду. Да, давайте. Только правду. Да? Хорошо. Приступаем. Давай. Пожалуйста. Ну, конечно. Я хочу попробовать вон то. Давай, попробуй. Яйцо мне нравится. Вкуснятина. Мясо? Ну, прям все, да? Очень вкусно. Отлично. Я беру капусту. Классно получилось. Мне вот здесь интересно сочетание мяса и ананаса. Вы пробовали? Да, классно получилось. Ну давайте, рассказывайте. Что вы скажете? Не, блюдо очень хорошее, на самом деле. Очень вкусно получилось, молодцы. Подача оригинальная, все хорошо сделали. По-домашнему, вкусно. Поэтому, если пригласите в гости, я к вам приду. На такой ужин. Спасибо. Капусту точно вам приготовлю. Оля, спасибо. Что скажете вы? Очень вкусно. Ну, профессиональный повар, он всегда профессиональный повар. Что тут говорить? В любом не всегда. Случае. Да? Да. Может сегодня быть. Вам повезло. Ну, сегодня было все идеально. Сегодня спасибо. Прям действительно вкусно. Так, ребят, хорошо, давайте я выскажу свое мнение. Мне яйца очень понравились. Это прям очень круто. Классика, жанра, действительно хорошо. Мясо. Огонь. Только, спасибо. Мне кажется, не хватило... Колера не хватило, да. Согласен. Не доколорировали полностью. Вы этого, да? Да. Цветная капуста круто, мясо круто. Сочетание сладенького с солененьким, это прикольно. Это классно. Супер. Так, я готов сказать, кто у нас победителем сегодня становится. Попробуй нас, тоже классно. Держите. Заслуженная золотая медаль вам. Заслуженная спасибо. Золотая медаль вам. Ребята, вы молодцы. Мне всегда крайне сложно выдавать победителя одного. Но тем более, когда вот у нас вот такой вот состав. Бывают случаи, когда действительно кто-то побеждает. Но вы сегодня молодцы, действительно. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Одевайте медаль. Да. Одевайте медаль, носите. По контракту мы договорились, что вы носите ее полтора года. Все, друзья, мы с вами обязательно увидимся. А вот нашим участникам я хочу подарить вот этот вот подарок. Разделите по-честному. Все? Да, все. Это все продукты питания Южной Кореи. Здесь сертификат тоже есть. Меня зовут Тимур Жумабай. В эфире передача «Вкус жизни». Давайте будем готовить вместе. Давайте будем готовить вкусно. Давайте будем готовить все, что вы хотите. Пишите, звоните. Все контактные данные внизу. Теперь все машем на камеру. Всем пока. Пока. Генеральный партнер программы «Чипсы креветочные». Спрашивайте во всех магазинах страны.